Срок в колонии получила 27-летняя уроженка Украины, которая снабжала дальневосточников синтетическими наркотиками и сырьем для их производства. Речь шла об особо крупных партиях. По делу были изъяты 750 граммов кокаина, около 8 килограммов различной синтетики и 23 килограмма прекурсоров для изготовления сильнодействующих наркотиков. Жила девушка в Москве на съемной квартире. Начав рядовой закладчицей, она по собственной инициативе брала повышенные обязательства и вскоре стала оптовым складом-отправителем. Она получала от организатора магазинов наркотические вещества, собирала их по городу из закладок и делила на мелкие партии, после чего отправляла по почте в различные города России, пряча наркотики в том числе и в детские игрушки. Главными получателями были наркоторговцы Хабаровска и Камчатки. Всего же следователями было установлено 26 эпизодов преступной деятельности фигурантки дела. При обыске в съемной квартире в Северном Медведково, где девушка жила одна, нашли полкило кокаина, 3 килограмма синтетики и 20 килограммов сырья. По признанию задержанной, на этой криминальной работе она смогла рассчитаться с долгами и копила на новую машину. Вышли на след распространительницы в Хабаровске. Сначала полицейские задержали курьера, который забирал наркотики, сделанные в местной подпольной лаборатории. Ее нашли и ликвидировали. Тут нашли сырье, не смогли отследить, откуда оно приходило. Поставляла его как раз эта дама. Девушка после задержания заключила досудебное соглашение и выдала всех, кого знала. На основании ее показаний была ликвидирована целая ОПГ. Что думают теперь твои близкие, родные? Маме об этом уголовном деле? Ничего, ждут. Верят, что все будет хорошо. Почему-то у них надежды больше, чем у меня. Сотрудничество со следствием значительно скостило срок. Предчувствия деятельную наркоработницу не обманули. Приговор – 6 лет колонии общего режима. Уголовного прошлого у нее не имелось. С места происшествия Ульяна Крамаренко по материалам транспортной полиции.